обычно в музеях говорят, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, фотографируйте, но не трогайте руками. Вот эти работы не то, что надо трогать, а нужно трогать руками, то, чтобы почувствовать объем, теплоту дерева, отдачу авторов, которые они заложили в эти работы. То есть работы желательно потрогать, почувствовать. Идея таких именно работ у нас вышла после посещения выставки Курочкина Евгения Рафаиловича. Есть у нас такой мастер. Нам очень понравилось, и мы хотели попробовать в таком же стиле что-то сделать. И начинали, конечно, в таком же стиле попробовать какие-то маленькие досочки, но потом фантазии разрастались, и мы уже стали работать в разных направлениях, так сказать, в разных сюжетах. И вот ищем свой сюжет еще пока. Занимаемся мы этим буквально вот 6-7 месяцев только. И это уже вторая у нас выставка.